Привет-привет, мои прекрасные друзья. Будем мы пить кофе на террасе с морским видом. Привет-привет, здравейте. Можно? Нет. Сейчас все будем показывать и рассказывать. Мы вернемся. Благодарен. Ага. Очень красиво. Мы сейчас подарим красоту нашим прекрасным друзьям. Они же должны почувствовать атмосферу опять. Тем более мы вернулись от таких дел серьезно. Сейчас я море. Мы вернемся. Ой, как здорово, красиво. Да. И вот этот кассис, я так люблю, когда он плетется. Это не только я люблю, насекомые его любят. Ну так что, пойдем туда. Сейчас порешаем. А, в Каллисто нет места. А где есть место в Каллисто? Есть? А сейчас будем пробовать Каллисто. Сейчас нас снимаем и будем все пробовать. А тут вот никого. А, тут нету кафе. Да, и кактус сейчас вот. Пусть увидят нас в диалоге. Мы неплохи в разговорах. Аквамарин. Тут пусто. Можем немножко поведать. Вот главный посетитель. Или хозяин. Ну, красота, что говорить. Правда, мои прекрасные друзья? Что тут можно сказать дурного? Только хорошее. А вот инжир. Видите? Завязи и фрукты инжира. Ну вот. Красота. Итак, поглядим, что же мы, Святой Никола там, что же мы выберем. Ой, прям красота. Тут такие интересные этюды. Ну, я потом вам покажу поподробнее. О, даже книжки есть. Это моя мечта. Кофейня с книгами. Ой. Ну что, дружище мой, что выбираем? Еще снимаю, сейчас закончу. И буду тебя фотографировать. Прямо шикарное местечко. Мне нравится. Итак, чао-чао, мои прекрасные друзья. Следующая серия «Не за горами».